Джо, руку вдоль себя, плечо прижато к себе. Что мы научим? Не пытайтесь куда-то его вывести туда. Ваша задача его уметь мимо себя. Здесь будет вниз. За локоть. Мимо себя, немножко в слабую точку. Дальше будет вниз. Локоть напротив центра тела все время. Что мы научим? Локоть у центра тела. Теперь вы поворачиваетесь. И локоть как остается напротив центра. Самая сложная часть. Выбили локоть к центру тела. То же самое, что у вас в тайнике, короче. И теперь оставляете локоть. Возьму так. У центра тела продолжаете поворот. Локоть остается напротив центра. Видишь, вас? Вот идет еще локоть. Он сейчас стоит на шее. Если он здесь не надо его заваливать назад, вы делаете движение немножко взаимно. Выводите не стойку, как бы параллельно. Рука чуть-чуть здесь, и вот ваше движение. Вот здесь он пойдет. Когда он пошел, вы поворачиваетесь. Сейчас попробуем сделать одно упражнение для того, чтобы понять, как это работает. Постарайтесь почувствовать, что вы двигаете его не в ногу, а как бы немножко изнутри. Вот это. То, что он не хочет идти, это его проблема. Убедитесь, что вы не можете сдвинуть. Да? После этого сначала слегка сдвигаете руку, чтобы почувствовать эту линию. И вот здесь, в основании большого пальца, будет его слабая точка. Потом возвращаем обратно. Возьмите двумя руками. Да? Двумя руками. Вам бежать никуда не хочет. Бороться с ним, тащить по прямой, это без пореза. Вам нужен центр тела. Одной рукой держит, двумя. Вам без разницы уже никуда ваша рука не пойдет. Попробуйте вот почувствовать это направление сейчас. Вот он положение. Это то же самое положение. Двигать его здесь в сильную точку, это бесполезно, это ничего не даст. Вы делаете абсолютно то же самое движение, но у него сзади стоящую ногу. Вот это. Тогда вы можете делать. Движение одно и то же. Для чего мы вот это и пытались сейчас делать? Это не просто, смотрите, я могу, а вы не можете. Не ради этого. А вы должны почувствовать, как вы ловите его сзади стоящую ногу. Для уровня. Это только для уровня. Поэтому здесь садитесь. Мы учим вот это. Вам нужен вот этот разбаланс. Вместе с этим разбалансом, когда вы сдвинули корпус, теперь его рука пошла вниз. Сдвинулись с места и врубили вниз. Уровень с места вниз. Не надо его крутить. Ваша задача, чем, как всегда, вот голова, вот мат. Чем раньше вы его воткнете вниз, тем лучше. Поэтому любой уровень, да? Вот. Сделали небольшой разбаланс. Теперь вниз. Дальше это уже не ваша проблема. Не ждите, пока он будет делать шаги. И вот так. Что мы учим? Следующий раз. Делаем уровень. То же самое. Да? Что вы делаете отсюда? Вот хаджи ночи. Что вы делаете? Уровень. Это одно и то же движение. Потом шаг. Начало одно и то же. Сейчас. Что мы учим? Для начала все просто. Мы забираем к себе, просто опять, чтобы прижали плечо и разворачивали руку обязательно ладонью вперед. Если вы сделаете вот это, вот, конечно, не получится. Поэтому обязательно вот это. Атеми обычно делаем, чтобы он не сделал шаг вперед второй ногой. Поэтому, если видишь, что он двигается, сразу надо останавливать, чтобы ему было не до движения. Дальше. Теперь зачем вам нужен здоровый человек? Опять надо почувствовать, что мы делаем. Опять возвращаясь к одиночке, конечно, мы делаем движение раз. Движение 2. Вот сейчас вот это, та часть, которая 2 корпуса. Здесь еще раз, да, прижимаем руки к себе. Когда вы прижали руки, только сгибаем локти. Вот это движение. Вместе с этим плечевое вращение, то же самое, что в хаджи ночи, конечно, вторая часть. Вот ваше, держим. Угу. То есть убедились, что у вас его провернул, не получается. Слегка сгибаем локти, рука повторяет кисть, сгибаем руки, поворачиваемся вот сюда, корпус. Когда рука перекрутит, тогда вы сделаете. Руки когда прижаты к корпусу. Какой-то гаэш начинает. Еще лучше. Шаг. Какой-то гаэш. К себе. Узел захвата напротив центра тела. Плечи прижаты к себе. Плечо до локтя. Вторая рука повторяет его кисть. Его кисть ладонью вперед. Дальше просите партнера, чтобы он держал руку крепко. Он никуда не идет, он просто крепко держит руку сам. Слегка сгибаем локти. Свои локти.
Сколько согнуться, сколько позволит его рука. Это не так много будет. Плечевое вращение, сгибаем локти, начинаем не поворачиваться. Тут узел захвата всегда напротив центра тела. Поворачиваемся. Медленно корпус перед вами сюда. Потом подъем. Медленно немножко сложнее, но вам надо, чтобы вы сохраняли руки перед центром тела, чтобы никуда не уходили. Поэтому делаем не торопясь. Сгибаем руки, поворачиваемся всем корпусом. Руки все время перед центром довели. Не обязательно вниз, это уже детали. Понимаешь вас? Когда вы научились держать руки перед центром тела, партнер уперся, вам абсолютно все равно, вы делаете пас. Одно движение корпуса. Когда у нас идет финальный разворот, это единственный раз, когда мы крутимся по центру тела, но по крайней мере один из немногих. Поднимаем руки вверх, разворачиваем. Как только голова приходит к вам вниз, как только голова перед вами, очень важно укемпи. Опять имя здесь заключается в следующем. Он начинает поворачиваться. Стоп. Сами сгибаем локоть вниз. Укемпи, еще раз, пассивная безопасность. Это не кувырок вперед, кувырок назад. Если он сделал какую-то ошибку, есть возможность сделать что-то там, ну не знаю, как контр-кемп. Если вы оставите локоть так, он будет вращаться, вы сделаете вот это, что часто бывает, ему-то ничего. Он продолжит вращение, и ваш локоть будет на грани травмы. А если он еще сможет, здесь врубит вниз, вы можете остаться без локтя, то есть травмы нам не нужны. Локоть сгибаем сами. То есть еще раз. Когда вы вращаетесь, локоть вниз, сгибаем сами, это ваша возможность, чтобы ничего не... Спасибо. Очень любезно с твоей стороны. Значит, под сколько дальше? Есть три варианта ушёрёвой тадори, когда руки сбоку, когда руки сведены сзади, когда руки поднимают вверх, такие пытки Бонивура. Кто не знает Бонивура, герой гражданской войны. Это. Начинаем. Убираем таз назад, не пытайтесь вытащить руки, убираем таз, на этом месте сводим руки перед собой. После этого рука прижата к себе, та, которая на минуту впереди стоящей ноги остается. Вторая рука к общему. Поворачиваемся вокруг плеча. Постарайтесь не делить движение на раз. Подождали, пока вас задушат, и два. У вас идет поворот. Опять руки перед собой. Прижали к себе. Поворачиваем корпус. Эта рука, вот эта, остается прижатая. Вторая рука не сильно в сторону, она тоже перед собой. Корпус. Теперь, базовая техника должна работать. Вы забыли один момент. То, с чего начиналось. Сейчас эту руку опустим. Я говорю, что вы начинаем поднимать руку и одновременно поворот. То, чего я не сказал, но оно должно было быть очевидно, вот это плечо, ось вращения. Когда вы вот это перевели, да? Угу. Вот, когда вы вращаетесь, не поднимайте руку, тогда вы как раз ему даете все эти возможности. Когда вы пытаетесь тушить, то же самое сейчас будет делать не очень быстро. Просто поворачивайтесь, выводя вот это плечо, поворот. Дальше бросок. Даже если он пытается душить вот той рукой, вот этой вот рукой, которая внизу, которая проще всего, вот это, да, когда вы не вращаетесь, а только поднимаете руки, вот это получается сразу. Да, я там ударю, там буду рассказывать, темпизм, да какой темпизм, там попади в него, он задушит быстрее, чем я какой-то темпизм сделал. Отсюда вы должны, вот это плечо вращение, вот этой рукой опять пытайся, вы должны поворачиваться. И дальше бросок. Еще раз, то же самое. Мяч к себе. Поворот. Это. Сейчас чуть-чуть усугубим. Опять к себе, руки прижаты. Опять начинаем вместе с рукой поворот. Рука здесь. Его ладонью туда, моя ладонью сюда. Захват. Захват. Делаем крайне редко, очень неудобно, но очень хорошо для двух поворотов, чтобы не расставляли крылья в стороны. То, что нам нужно, центр тела и прижатые руки, чтобы все делаем корпусом. Рука перед собой, начинаем поворот. Рука остается перед собой. Поворот. Ничего. Раз баланс. Когда вы делаете обычный там? Кататодори-шоколаки. Опыт. Ура, без разницы. Опыт. Сюда. Вы делаете отсюда движение вниз,
У партнера постоянно разбалансируем, чтобы не стоял твердо на двух ногах, когда он не может проворачиваться. Ничего не поменялось. Просто начало отсюда, развернулись, взяли его руку. Теперь отсюда опять начинаете. Разбалансируйте, чтобы партнер не стоял на ногах. Здесь нет омота и ура, здесь нечто среднее. Еще раз. Начало всегда одно и то же. Вот это на партнера. Второе, сейчас вращаемся в сторону впереди стоящей ноги. Но опять плечевое вращение, не по центру тела, на партнера. Давление на партнера, небольшое давление. Потом вниз. Ногу не убираем, не бойтесь, обычно стоит вопрос, а если он подобьет ногу. Если вы оказываете на него давление, ему эту ногу не подбить, он сопротивляется. Будет подбивать вниз. Если давление оказывает давление, нет сопротивления, вы начинаете с сопротивлениями, делаете шаг назад. Нет смысла выполнять технику. Разворот. И есть у нас еще третий вариант, когда мы делаем поворот, но не оказываем давление. Захват. Кстати, вот вчера по поводу экзамена. Рука ладонью вниз. Не надо делать апгрейд техники. Ладонью вниз, эта рука внизу стоит и остается. Шаг назад. Скручиваем корпус. Вот это плечо, где написано имя, а оно остается на месте. После этого, когда рука ведет вверх, вот тогда мы берем захват. Локоть в локоть. Вот. Опять стараемся руки не расставлять. Плечи прижаты к себе. Все то же самое, что у нас есть. Наша пятая ваза. Поднимаем не вот это, не это. Перед собой поднимаем. Шаг. Рука ладонью вверх. Иногда пытается делать захват уже здесь. Никогда не вытащите руку, если он слегка напряжен, все закончится. Вытащить можно только ладонью вниз. Если он не захочет идти, отпустит руку. У вас оказывается полностью открытый бок, свободная рука. Вы стоите за пределами его тела. Обычно он держит, понимает, вы вырываете руку, чтобы что-то сделать хорошее. Отпускай. То есть либо отель, либо икью. То есть у вас свободная рука и хорошее положение. Поэтому партнер держит только из-за этого. Не надо его хватать своей рукой дополнительно. Разворот, боком, потом обратно. Спокойно, не надо высоких падений без фанатизма. Дюди гора. Значит, у нас остается на месте. Та рука, которая вверху стоящая, да? По диагонали. Та рука, которая вверху стоящая, она представляет опасность. К себе поднимаем, когда руку, поворот. Вот эту руку, как можно раньше в захват. Не возьмете в захват, получите локти. Захват. Дальше. Вот это плечевое вращение. Шагом назад. Это шагом вперед. Это абсолютно то же самое движение, которое у нас с Бокином, с Джо. Второй судьбы с Бокином, либо с Шоном Учиком, да? Вот вы стоите с Шоном Учиком. Второй с Бокином. Плечевое вращение. Шаг назад. Шаг вперед. Ката 31. То же самое у вас. Когда партнер на колени, вы делаете замах, удар. Шаг назад, потом вы делаете там удар. Это же движение. Сюда разворот. Плечо на месте. Шаг назад. Шаг вперед. Вокруг плеча. В одну сторону, потом в другую. Не шпас. Вот так вот мы делаем у нас баланс. Отсюда обратно. Дальше. Дзюта. Разбаланс. Обратно. Подъезжай. Это. Три стадии, три этапа. А сейчас катате. Начнем сначала котай, потом дзюта. Захват. Постараюсь сейчас не уводить далеко руку за пределы корпуса. Скручиваем бедра, плечи, корпус, отель. Вы помните, что вам надо согнуть его руку. Гораздо проще, если узел захвата перед центром тела, плечо прижато. Вот если не его руки, ваша рука фактически продолжает. Зафиксировали руку, и когда вы начинаете поворот корпуса, плечо пересекает линию руки, вы спокойно делаете вход. Скручиваем руку. Плечо прижато, центр тела, узел захвата на центр тела. Зафиксировали. Не тащите к нему руку, это тяжело. Поворачивайте плечо в корпус. Поворот. Поворот. Фактически
у вас опять получается плечевое сокращение, поворот раз, поворот два. Дальше. А плечо прижато, скручиваем корпус. Первый, да, мы разбирали, когда мы делали дикий вот это, да, что вы делаете так, чтобы у него загрузились обе ноги. Он не мог сделать шаг вперед, вот не хотел сделать шаг вперед, но не мог поднять ни одну из ног. Аналогично в другую сторону. Вы делаете разбаланс таким образом, чтобы ему не хотелось сделать шаг, но не мог оторвать, по крайней мере, вот эту ногу. Для этого вы делаете, ну нет, с переносом веса сюда сделаешь, да, но это долго. Вот, поэтому это первое. Вторую ногу мы никуда не трогаем. Ваша задача сделать, когда есть пауза, да, в паузах можно миллион контртехник придумать. Но когда вы эту паузу убираете, вы не делаете быстро, вы просто делаете без паузы, да. Вы делаете поворот. Раз, два. Уже некогда бить. Даже с такой вроде бы очень медленной скоростью. Рука перед центром тела, поворачиваем корпус. Раз. Мы зафиксировали. Ось вращения, поворачиваем корпус. Два. Вместе с входом. Дальше вход. Сейчас сделаем то же самое, но партнер делает шаг на хват вместе с охватом в сторону. Опять постарайтесь избежать вот этого. Катате. Уходим в сторону. Опять не забываем про вход. Нога в сторону. Видишь, пожалуйста.